Садыр Джапаров сказал, что есть провокаторы. И вот тут сидит судья, думает, так, если я сейчас не приму меры, а вот видите, надо считать между строк, да, и начинать догонять. Вот это вот очень опасная тенденция. Судья должен руководствоваться законом, и поэтому вы правильно говорите, да, и мы все, я всегда пишу, не на власть надо писать, а надо писать конкретного. Вот когда мы будем долбать судья. Конкретного чиновника, да, и остальные тогда скажут, слушай, президент всегда будет в стороне. 100%. Согласны, да? Никакой президент, никакой премьер-министр. Как он ему докажет, что ты мне так приказал? Никогда. Он будет туда сидеть потом. И его семья тоже ему скажет. И родственники, ты что, парень? С головой дружи. Тебя подставляют. Тебя подставляют.